Пополнился фонд библиотеки поселка совхоза имени Ленина. Несколько книг преподнесли в подарок руководитель тирьотдела Картинский Андрей Звеков, депутат Мария Гаевская и представитель главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина» агрокомплекса «Ротагро» Сергей Вырлеев. Добрая традиция зародилась более 2 лет назад. С тех пор книжный фонд библиотеки пополнился более чем на 200 экземпляров. И вот новые подарки. Очень рады, что наши с вами жители развиваются, процветают, читают. Угу. И именно то, что вот они хотят, мы стараемся регулярно приобретать. Действительно, списки книг, которые преподносят в подарок, формируются на основе предпочтений читателей. Люди интересуются, а в наличии их нет. Не стал исключением и нынешний визит в библиотеку. Еще 5 популярных произведений станут доступны жителям поселка совхоза имени Ленина.